сегодня знаменательная дата для каждого из нас. Ежегодно в этот день мы отмечаем главный праздник нашей страны – День России. Праздник, ознаменовавший начало новейшей истории государства под названием Российская Федерация. И сегодня, по уже многолетней традиции, мы с особой гордостью и радостью говорим: «С праздником, дорогие соотечественники! С праздником, Тазовский!» Россия – священное слово для каждого из нас. Слово, наполненное любовью к родному краю, земле, на которой мы родились и живем. Россия – огромная страна, которой нет равных по красоте и щедрости души. Родина незаурядных личностей и безмерных талантов. Народ, который из поколения в поколение копил и приумножал вековую мудрость своих предков. И куда бы ни заносила судьба, Россия навечно остается в наших сердцах. Потому что Россия – это мы. Потому что мы – это Россия! Временно исполняющему полномочия главы Тазовского района Виктору Клементьевичу Югаю. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые тазовчане. С праздником вас, с великим государственным днем, Днем России. Мы сегодня чествуем нашу страну, которая обладает многовековой и уникальной историей.
страны, которая объединила множество народов, каждый и житель нашей страны сегодня вправе считать себя, вне зависимости от вероисповедания, от национальности, нашу Россию своим родным домом. Каждый из нас вносит личный вклад в развитие и процветание нашей Родины. Дорогие дозовчане, с праздником вас, с Днем России! Здоровья вам, мира и добра! Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является приоритетной задачей в работе с молодежью. На сцену приглашается Зверин Виктор Александрович, заместитель атамана по военно-патриотическому воспитанию Тазовского Кутарского казачьего общества. Анкудинов Юрий Витальевич, командир казачьей дружины. Хлыповка Сергей Андреевич, председатель Совета стариков Тазовского Кутарского казачьего общества. В 2023 году казачье общество стало победителем конкурса грантов от губернатора с проектом военно-патриотическое объединение «Доблест». Проект направлен на создание условий для организации постоянно действующего объединения, работающего по программам начальной военной подготовки. Друзья, здесь должны быть бурные, нескончаемые аплодисменты. На сцену приглашается представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в Тазовском районе Опа Еревич Ептунай. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы празднуем самый такой знаменательный день, День России. День России, который начал свое начало еще в 90-х годах, когда начался парад суверенитетов, и Россия то же самое объявила о своем суверенитете. И чуть позже, уже в 2001 году, стал называться просто День России. Я хочу передать искренние поздравления нашего губернатора с этим великим праздником. С праздником, который объединяет все наше население, всех тех, которые проживают на территории нашего автономного округа. Мы проживаем все в мире, добре, чувствуем своих ветеранов, особенно поддерживаем тех, которые сегодня находятся в зоне боевых действий, которые отстаивают тоже самостоят за наш. И хочу я зачитать приветственный адрес губернатора. Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с Днем России. Этот праздник сплотил всех, кто предан своей Родине и дорожит ее великой историей. Сегодня мы особенно понимаем, насколько важно быть вместе. Северяне в очередной раз доказали свое единство и готовность помочь ближнему. Наши защитники – настоящие герои. Они доблестно несут службу в зоне специальной военной операции, защищают своих близких и интересы государства. Гордимся нашими бойцами и ждем домой. Ямал, как часть нашей большой страны, вносит значительный вклад в ее развитие и процветание. Сегодня наш округ по праву является лидером национальной экономики. Огромные достижения региона – это результаты человеческого труда, победы и свершения ямальцев. Самоотверженные, ответственные и преданные люди всегда будут надежной опорой Ямала и всего государства. Уверен, благодаря общим усилиям мы продолжим создавать лучшее будущее, двигаться вперед к новым целям. Пусть успех будет спутником во всех делах. А этот день станет точкой отсчета для добрых свершений на благо нашего общего дома России. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов. С праздником всех! Спасибо, Опа Еревич. Слово предоставляется председателю Думы Тазовского района Ольге Николаевне Борисовой. Великая, могучая, несокрушимая, легендарная, героическая, непобедимая и многонациональная Россия. Родина, матушка-земля, наш отчий край, наш маленький дом или маленькая улица. У каждого
она своя. Но Россия – это наше героическое прошлое, это наше настоящее и будущее. Вместе с нами, людьми, которые построили этот путь, которые доказали всем, что Россия непобедима и несокрушима. Конечно, мы с вами понимаем, что только единение – наша сила. И поэтому сейчас нет «я», есть только мы, россияне. И сегодня мы отмечаем этот замечательный праздник – День России, День российского народа, День несокрушимости и непобедимости. Я желаю вам бесконечной жизни, как наши реки и моря. Желаю вам яркой жизни, как красивая радуга или северное сияние. Я желаю вам неповторимых событий, таких, как звезды на небе. Я желаю вам таких же горных перелетов во сне или наяву, чтобы мы знали, что там, за горами, наше счастливое будущее. Будьте уважаемы, будьте здоровы, любимы, и тогда все будет хорошо, и тогда наша Россия будет процветать. С праздником, россияне! С праздником, тазовчане! Благодарим вас, Ольга Николаевна! Быть гражданином России – это высокая честь. Нашим гражданам присуща любовь к Родине, забота о ее процветании, ответственность за ее судьбу. Сегодня, в День России, будут торжественно вручены паспорта молодым гражданам России, жителям Тазовского района. На сцену приглашается временно исполняющая обязанности начальника миграционного пункта Шарапова Екатерина Николаевна. Паспорт Российской Федерации вручается Михнину Геннадию Максимовичу. Друзья, громче! Человек первый раз в жизни получит паспорт! Уважаемые гости и жители Тазовского района, разрешите от лица УМВД России по Тазовскому району поздравить вас с важным событием, с праздником России. Также сегодня мы поздравляем с получением паспорта гражданина Российской Федерации Геннадия. Пусть это событие принесет приятные перемены и неожиданные возможности. Поздравляем! С праздником! Сегодня вы вступаете в форум гражданской зрелости и становитесь полноценными гражданами Российской Федерации. Для вас наступает новое время. Время воплощения мечты, время созидания и перемен. В ваших руках светлое и прекрасное будущее нашей Родины. Поздравляем! Какое прекрасное имя – Россия. Мы с именем этим добрым и сильнее. В нем ветер надежды и дни фронтовые, и шорох берез, и печаль журавлей. Какое прекрасное имя – Россия. Она нам свой добрый характер дала. Хочу об одном лишь судьбу попросить я, чтоб вечно Россия счастливой была. No.
ветками моя околица, и пахнет клевером степи живой. Еду самой на силу целую, пою под Пинского чужом краю. И те же самые березки белье, а тут и бленье не узнаю. Грибного лета дожди косые, родного дома тепло и свет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Бросай чалочку, и мама с улицы домой зовет. Грибного лета, дожди косые, родного дома тепло и свет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. На.
Заветный край России, земля легенд и сказок старины. В твои просторы, зори молодые, мы с детских лет всем сердцем влюблены. Только наша
сила духа на века. Помнит пусть в мире каждый человек щит и меч с нами навсегда. Рахина по кругу вновь пускается, как гора мира без войны. Ну а вдруг враг опять появится, знаю уже, плечо к плечу стоят твои сны. Щит и меч — это наши слова, мы с тобой, русская держава. Выдержим мы русскую брень, мы тебе, Россия, не дадим умереть. Россия,
моя ты Россия, от Волги до Енисея. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Владимирович Якушев. Внимание на экран! Уважаемые жители Уральского федерального округа, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем России. У нашей страны многовековая история. Без России нет прошлого, настоящего и будущего всей мировой цивилизации. Наши предки создали великую державу, мощную экономику, уникальную культуру. А мы смогли продолжить их дело. За последние десятилетия наша страна совершила настоящий рывок вперед. Мы успешно реализуем национальные проекты, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. Грандиозные масштабы у нас в строительстве жилья и дорог. Свой вклад в эти успехи вносит и наш Уральский федеральный округ. Нам есть чем гордиться и что защищать. Враги России не раз испытывали нашу страну на прочность, но всегда были биты. Уверен, наши парни на полях специальной военной операции достойны своих дедов и отцов. Давайте пожелаем им удачи, мужества и, конечно, победы. С праздником, дорогие земляки! Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям. Новых успехов и достижений на благо нашей любимой Родины – России. Вдоль личных зеркал я пройду, то под каплями дождя, то купаясь в красках дня, по просторам России бреду. Там, где листья шумят, и птицы поют, и волны целуют. И что краше, чем ты есть, не верю. Во всем узнаю Россию свою. И что краше, чем ты есть, не верю. Постою, поговорю с ветром по голове. Все ему я расскажу, все как есть. Полюбуюсь, посмотрю на красавицу. Таких в России вещей. Там, где листья шумят, и птицы поют, и волны целуют берег. Во всем узнаю Россию свою. И что краше, чем ты есть, не верю. Во всем узнаю Россию свою. Что краше, чем ты есть, не верю. Чем ты есть, не верь.
краше, чем приезд, не верю. Спасает белая птица России.
дрожам, через снега, дожди и непогоды. И верим, возродим твое величие, все лучшее в тебе произойдет. Традиции мы помним и обычаи, объединит нас дружба хоровод. В честь праздника дружбы и взаимопонимания, друзья, давайте возьмемся за руки и встанем в большой дружный хоровод. Ты не сядешь, как у нее, ты сидишь, 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 как у нее, ты сид
встретиться. Обещанием верила ночкой темною, а любовь его была разделенною. Обещанием верила ночкой темною, а любовь его была разделенною. А за речкой, за рекой ходит месяц золотой, а малиновой зарей не прощаться нам с тобой. Перепчаку мерено, себе по дороге.
везде дамбуды, сими по дороге, быдар все рангуды, те тыхап тыхану, а мне пулагуни, а и рада еды, мне дала рингуни, перепчаку сяду мол, перепчаку мерингол, перепчаку сяду мол, перепчаку мерингол, перепчаку сяду мол. Цыган не пьет, не гуляет, и садика зелена, хоп-хоп, цыганочка.
не перептяным, нам не долаханым, манею гуани, лаю мудану, ню не бянеси, манин соявины, хам завоим, ню манин соявины. Мені перетянем, мулі меланедим, все дорова на ні, тіні варканам.